Витафарм – крупнейшая аптечная сеть, основанная в 2001 году и полюбившаяся жителям Москвы и Подмосковья, открыла в Сергиевом Посаде в торговом центре «Сергиевград» новую социальную аптеку. Аптека отличается выгодными акциями и приятными подарками. Большой выбор медикаментов, в том числе и противовирусных, и используемых при лечении COVID-19. Цены на лекарства ниже, чем в интернете. Сейчас на множество наименований действует скидка 40%. Особенно выгодно, если покупаешь не одно, а несколько лекарственных средств. Дорогие горожане, наша аптека работает в рамках программы социальной поддержки населения Московской области. Это означает, что цены снижены наполовину. Кроме того, нашим покупателям мы дарим вкусный, натуральный и полезный мед с пасеки. Витафарм – активный партнер программы по импортозапещению дорогих лекарств отечественными аналогами. Выгодная ценовая политика, высокое качество препаратов, фармацевты-профессионалы. Я хожу в эту аптеку из-за того, что она находится близко к остановке автобуса, что здесь низкие цены, часто в аптеке бывают скидки и дают подарок. Тоже приятно получить. Приятно, что здесь аптека открылась. И очень удобно, как раз рядом с остановкой автобусов в Москву. Пока все устраивает. Новая аптека «Витафарм» работает без обеда и выходных. Найти ее можно по адресу: Вокзальная площадь, торговый центр «Сергиевград», рядом с автовокзалом.